Андрей, привет. Привет, Лена. Рад тебя очень видеть. Расскажи, пожалуйста, свое впечатление о конференции в Москве. Лен, взаимно тоже очень рад тебя видеть. Мое впечатление очень приятное, что спасибо вам, что вы организовали такое мероприятие. Очень приятно мне присутствовать, очень теплая атмосфера. Вы замечательно выбрали место, то есть в центре Москвы, на таком острове Москве-реке, такое творческое. Вот хороший зал, спикеров пригласили, замечательных тоже ребята, которые имеют огромный опыт на Амазоне, на торговле. Они все лично, все прожили, и очень интересно их слушать, они цепляют аудиторию. Очень интересно еще будет с ними подискутировать еще в конце тоже мероприятия. Зал тоже очень замечательный, все мероприятие в графике, поэтому вот отличная организация. Вам спасибо за проведение такого мероприятия. Спасибо за приятный отзыв. Очень приятно услышать такие слова. Мы будем рады тебя видеть на следующих наших мероприятиях, которые мы будем проводить. Следующее мероприятие у нас будет в середине сентября в Сочи. Спасибо. До скорых встреч. До скорых встреч. С удовольствием приехал. Денис, расскажи, пожалуйста, что самое ценное было для тебя в этой конференции? Самое ценное, это, как всегда, которую уже конференцию, наверное, четвертую, это всегда сообщество. Но еще больше я знаю, что самое ценное еще впереди. Вот будет кораблик, начнется пиво, другие напитки, начнется язык разговаривать больше, и тогда мы поймем все фишки и лайфхаки, которые были. На самом деле, ребята рассказывали достаточно интересные вещи. Не могу сказать, что я там много нового подчеркнул, но прям вот у меня в тетрадке было, по-моему, пункта 4, которых я завтра же приеду и реализую на своем аккаунте. А как ты думаешь, сколько тебе это денег может принести? Да сколько это может денег? Сколько кто-то показывал там некий секретный секрет? Вот я примерно думаю, уже столько же, около 5 нулей. Около 5 нулей я хочу, чтобы это мне принесло. Спасибо большое. С первой цифрой, безусловно, там с какой-то цифрой до 5 нулей, не просто нули. Спасибо большое, ждем тебя на следующих конференциях. Пожалуйста, будем, конечно. Денис, расскажи, пожалуйста, что для тебя было самое важное на этой конференции? На этой конференции мне понравился формат сам по себе, ну, достаточно интересный, потому что первый раз вот была конференция, которая посвящена определенной теме. Ну, даже вот по опыту прошлых конференций ребята часто жалуются, что как бы не хватает времени спикерам, чтобы раскрыть свою тему. Тут я думаю, что тема PPC была раскрыта полностью. Ну и, как уже ребята сказали, самое интересное нас ждет впереди именно за неформальным общением. Ну и спасибо организаторам, супер, молодцы. Спасибо за обратную связь, приезжай еще. Володь, расскажи, что для тебя самое важное было во время этой конференции? Ну, собственно, я очень рад, что наконец в Москву приехали столь серьезные люди по PPC, то есть благодаря чему и я смог задать определенные вопросы, и другие люди. Вот. Ну, я, собственно, согласен с предыдущими ораторами, что все еще впереди, и, естественно, я жду и новых встреч, и сегодняшнего вечера, когда появится возможность, ну, в более неформальной обстановке обсудить различные вопросы, ну, непосредственно с ребятами. А из инструментов можешь какой-нибудь вот выделить один, вот что ты уже прям можешь внедрить к себе? Ну, я получил так много информации, что мне ее нужно какое-то время, я думаю, переварить, прежде чем я смогу это сделать. Но однозначно информации получено очень много, и фишек, которых я услышал, ну, собственно, я очень рад, что побывал на этой конференции. Спасибо большое. Спасибо. Приезжай еще. Наташ, привет. Привет, Лена. Расскажи, пожалуйста, как тебе формат этого мероприятия? Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо за такую суперорганизацию. Мало того, что она находится в твоем родном городе, так она еще такая потрясающая. Вот. Что хочется отметить, что очень важно собрать именно ту категорию, которая... по которой ты сам работаешь, это PL. Вот. Не дропперы, не другая система, просто когда ты на одной волне, всегда легче найти общее понимание. Здесь она была, я считаю, на 100% атмосферная, потрясающая, и зовите нас еще. Будешь приходить на наше следующее мероприятие? Обязательно. Все, до встречи, спасибо, что пришла. Пока.